Добрий вечір. Тут нічого особливого не сказати. Лаціо би лучше, правда, лучше на сьогодні. Це качественна і опитна команда. Ми зібрали всі здорових футболістів, які у нас є на даний момент, і всі сили. Я нічого не можу сказати команді по поводу желання. Просто видно, що не хватило чути, так сказати, твердості, жорсткості на полі і опита. Но это, мне кажется, и нормально на данный момент. Так, надо поддерживать команду, двигаться дальше. Перед нами игра в русском чемпионате. Очень хотелось, чтобы здесь сделали сюрприз и брали 3 очка. Так пробовали играть открыто, так сказать. Не стояли низко там зоны и просто оборонялись. Но это принесло и какой риск. Лаціо пользовался каким ситуациями, особенно с начала игры, первым тайме. Мы провалили первых 15-20 минут, особенно там на нашем левом фланге. Туда происходило практически все, что бывало там. Были хорошие отрезки нашей игры, были и моменты перед ворота Лаціо. К сожалению, не забили. Если бы забили один гол, мне кажется, добавили бы еще уверенности и энергии биться до конца. Так просто не хватило, там у Федора было 2-3 момента, у Рифата тоже, Анджорина, и в принципе результат по факту сегодня. Ну, проиграли, наверное, честно, хотя у нас тоже были подходы, и я мог забивать, и Тино. Особенно в первом тайме плохо сыграли, наверное, в обороне. Первый гол привоз, второй стандарт. Немного не получалось в первом тайме. Во втором тайме вышли, начали прессинговать больше. Они больше теряли мяч. И как раз-таки во втором тайме, наверное, больше моментов было. Ну, проиграли, будем готовиться к чемпионату. И будем брать реванш у нас дома. Локомотив не может выиграть 4 игры подряд. Можно сказать, что у команды сейчас спад. Ну, у нас есть проблема в команде, это понятно. Это не должен быть экспертом, чтобы это видел. Только должен посмотреть на состав сегодня и кто все... не был на поле от наших игроков. Я не буду сейчас это все говорить там от трибуса, от центральных защитников и так дальше до нападающих. Так, как и сказал перед игрой, собрали все здоровье. Это так происходит, в принципе, последние 3 игры. С Марсея дальше так происходит ситуация у нас. И поэтому я и не хочу злиться, не говорить каких плохих слов по команде, наоборот. Нам просто должно собирать все силы психологических, физических. И там и есть игроки, которые играют на своих непривычных позициях. Много вещей, но не хочу ни тоже ни изговоры сделать. Сегодня сказал, Лаціо был лучше нас и все.